В Таразе состоялся областной конкурс «Парасатты отбасы». Цель мероприятия – пропаганда семейных ценностей, формирование дружеских отношений между членами семьи, развитие сознательной личности и выявление учащихся с прогрессивными идеями. Семейным ценностям, антикоррупционной культуре и гражданской позиции населения посвящен объявленный в Жамбылской области конкурс «Парасатты отбасы». Организаторами конкурса стали Департамент агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Жамбылской области и областное управление образования. Мы замечаем среди участников, в каких семьях родители прививают детям справедливость и честность. Мы ощутили их по выступлению на сцене, в каких семьях ежедневно прививают эти качества. Отметим, что конкурс «Парасатты отбасы» состоит из двух этапов и проводится в районных и городских учреждениях образования. В районных этапах конкурса приняло участие 158 семей. Из них на областной этап прошли 11 семей. В соответствии с правилами конкурса жюри проанализировало все достижения и традиции семей. К областному конкурсу готовились после того, как прошли районный этап. Из моих семерых дочерей четверо замужем. Сегодня собрал их всех. В целом к конкурсу готовы. Таким образом, конкурс продвигает семейные ценности. По итогам мероприятия семьям-победителям были вручены ценные подарки и дипломы. Асимжан Джузбаева, Ганжан Исимбаев, Айкон Ахпарат.